Все, куда пойдем? Я пока к трубке пойду. Я тогда вот это здание чекну. А я дырку посмотрю. А вы что, уже респанулись? Да. Меня подождите. Ну, мы далеко не убегаем. Вы где? Я вот в здании напротив респа. Я тоже появился. Мы во втором, что ли? Ну вот, ты можешь слышать, я бегаю. А, ой, блядь. Я ворота не закрываю. Чё, куда идём? Я на труп. Я уже на труп есть. А, я понял. Нет, ничего не лутал. Я вот в этом здании как срез повышел. Пойду газель посмотрю. Слышали, да, стрельбу по ботинкам? Да. Кто-то в обратную сторону к нам может идти. Что-то быстро. Это я. Да на холме, может, заспаунился и идет. А зачем к нам идти? Ну, на новую стройку. Так, ну чё, давайте быстрее тогда через проход, блядь, и пойдем по лесу, зайдем на лэпку и сладкий эту заправку почекаем. Идет, нет? Да, нет. По лесу. Нормально. Пошли. Всё, через... Давай, я спускаюсь. А я к бытовке бегу. Через дальнюю дырку пойдем. Я тоже к дальней дырке подтягиваюсь. Ага, вижу вас. Это я в углу стою. А где еще наши двое? Сейчас подтянутся, видимо. Ага, так. Нас четверо всего? Пятеро. Не, нас пятеро. Ну, троих вижу справа от меня, а еще один. Ага, все, вижу всех. А че никто вот эти не берет? Так, у тебя алты? Не, нет. Забрал. Да. Слушай, хочешь забрал новое, свое скинешь, а новое у меня просто есть. А в чем разница? Да, давай сейчас. Если ты видишь, я не забрал, он толкнул. Я у мусорки. Вы долго будете там меняться? Я у мусорки. Я КПП диких. Ну вот, где снайпер, ребят. Ну, блять, мы уже дальше пошли. По лесу дальше пошли. Я пошел через сиськи и пошел на заправку. На холме, ага, значит. Все, на холме сколько нас? Я выходит понизу иду один. Я понизу, тоже понизу. Не вижу. Вот, справа. Ага, да. Правее под камни пройдут. Я самую правую иду. Да, я тебя вижу и слева от тебя. Тихо. Что случилось? Я ничего послышал. На заправке бот. Гранатом я минус. Блять. Крутые. Я минус. Блять, сука. На заправке Решаловские? Да. Я это, меня раскинь, что там сзади со мной шел. Кто где? На камнях есть кто? Я на сиськи. Я на камнях. Решала меня убил, сука. Гранаты хорошо кидают. Так, что, пойдем? Или сначала за вагоном дойдем, посмотрим, что. Да? Аккуратней надо. Да. Я в контейнер запрыгиваю. Так, я на камнях. Я патронов мало взял. Ну что, на ту сторону идем? Нет. Ту
Кто-то на контейнере уже. Да, я на красном. Угу. Давайте я на лэпке, тогда на заправку пойду. С другой стороны, да, зайдешь? Ну, с нашей стороны зайду. Просто с лэпки спущусь и пойду на заправку. Я здесь на камнях пока что, слышу тебя по металлу. Ты подходишь, да? А где они? Блин, надо намазаться. Ты грену дал? Нет, да, они по мне кинули. Хорошо. Кто работает с глушака? Я работаю с глушака. А где они? Я их не вижу. С правой стороны, около цистерны. За? Около. Так, минус один. Наливняк. Я у наливника, если что. Я у наливника, блядь, не убейте меня. Принял, там второй лучше все бегает. Вот, все, вышел с ним. Минус решала. Так, я на камнях. Кто подбежал? Я подбежал. Ты за наливником, да? Да, да. Я понял. Нормальненько. Сейчас я своих чекну быстренько. Решал. На камнях есть у нас? Я на камнях. Да, понял, мы с тобой вдвоем здесь. Да, мы с тобой здесь вдвоем. Все, пока остаемся на камнях, ребят, там рулит. Да можем к ним пойти. Ну, остальные, походу, либо внутри, либо с этого, с центрального входа. Значит, они слева от входа. Вот решал. Я пошел к забору. Ты только меня не подбирай здесь, хорошо? Не-не-не, я буду. А где наш умер, чтобы раскидать? На правой сиске. Металл кто снаружи? Да, снаружи мусор. Здесь раз, два. Мы за наливником, двое, ребят. Двое и решала третий, вот, решала я. Так, опять все служили! Где-то с центра, походу. А кого убили? Меня, Серег. Кто-нибудь перед центральным входом есть? Пускался. Минус. Отлично. Но это не решаловский, это обычный бот. Еще где-то. А, сейчас. Еще где-то решаловский. Как из-под. Рядом раз, под два. Камнями. Как перешел сиськи справее чуть-чуть. Под камнями. Да, я вижу тебя. Сейчас раскидаю. Скинул очки, это золотого ТТ не было, если что, кому по квесту нужно, не было. Так, а еще один охранник живой, ребят. Да. И на новой стройке кто-то кидал гранаты. Сейчас к нам придут. Так, я снаружи. Я внутри. Так, я чекаю, что осталось у вас здесь. Да, там. У меня давайте. Вот здесь ботинок. Пацаны, окружаем его! Ну это обычный. Дробашом, да. Сдохни, тварь! Ребят, я докидываюсь. У меня вал 20 средний, поэтому... А мне кто-то работал сейчас? Нет. Кто работает? Кто глушенный работает? Я работаю, убил бота. ВСС у кого? У меня вал. А, блин. Я не понял, по мне стреляли или нет? Я обосрался аж. Не, ботинок по мне стрелял. Дербаша. Пенил. Просто у меня прям над головой пролетело что-то такое, как ВСС. Я бегу. Понял.
сейчас сижу, кушаю. Раз, два, три. Решала здесь. Где четвертый? Где ты ныкает? Раз, два, три, четвертый вот. А, так все получается. Все. А их не пятеро? Нет, их четверо. Четверо братанов. Пойду внутри, открою комнаты. Внутри есть кто? Да, я внутри. Понял? Ой, тут хорошие патроны. Я пойду заберу. Ой, это... А, разгрузку уже все, понял. С потрошками уехала. А, разгрузку я забрал. Патрике тебе дать? Не, похуй, это на продажу. Я смотрю, лежит, не взяли, думал, все уже, разлутались. Чистили. Так, нашего раскидали? Да, раскидали уже. Че, куда дальше? Куда скажешь? Да. Ну пойдем, я не знаю, если хотите в общаге пойдемте. У меня лута нету, как бы. Можем постреляться, можем пойти на выход, перезайти, потому что одного нашего убили, чтобы не так обидно было. Да, я бы сбросил, в принципе, чуть-чуть лута есть. У кого лута нет? Да, нормально, ну все, тогда пойдем на выход. Где, выход да не поменяешь сейчас? Не-не. Есть у кого жопу помазать вазелином? Вот, блядь, за это буду благодарен. Есть? Давай, я... Сзади. Я сзади, да-да-да-да. Дай, пожалуйста. Я лута нет. Да не-не, все здесь у меня. Я же первый шел всех. У меня просто на вазелине два заряда осталось. Так, все, вазелин скинул, спасибо большое. Ладно. Че, позади общак пойдем или как? Да не, пойдем через тройку. Ну погнали. Снайперский дикий, живой. Минус. Блять, у меня оружие не стреляло. Так, у меня перегрузик, я попал. У меня тоже небольшой. Я через суицидку пойду. Пойдем. На ВСРФ идем, да? Yes. Есть еще куда? Не, у меня есть еще. Просто пока стрелял, что лучше идти вперед. Надо отогнать и зашить. Давай, Минтерсон. Хуя себе, а тут что, дырка? Нихуя себе добавили. Он такой, я через тройку пойду. Это сейчас самое горячее место, на самом деле. Давай, давай. Так, снайпер стоит. Стоял. Слушайте, ну снайпер стоял, хороший знак. Под арендой тогда? Для чего живой? Да, через аренду пойду. Пиздец, как все непривычно. Не, ну эта часть, в принципе, та же. А вот слева там все новое. Там АГС теперь есть слева, так что... Если вот слышишь АГС, это вот слева. Ботинок за наливником стоит. Все, я подлечил, стою, выхожу из забора. Пиндос, кажись!
Ни с черта! У нас на зиге. Ты слышал? Впереди. Да, впереди за арендой, где кольца. Звуки были или как? И нету. Я зигу чеку. Сейчас докинусь. Кто стреляет? Кто-то идет позади нас. Позади, да. Давайте, я на зиге. Здание есть кто в этом? Мы все на улице. Мы на скелете вот здесь. В подъеме. Это кто? Свой, да? Я. Я у мусорки, если что. Тут бот снаружи. Все нормально. Выходим, выходим. Там кто-то по боту стрелял еще. Перед нами. Со стороны моста. Это я? Я у танка. Идем по зиге. Блять, ебаный в рот, со стороны танка пришло тело. Я думаю, это ты. Вот сука. У танка, блять, я прям гроши. Гранату даю. Еще одну даю. Да-да-да. Ты где? Мы его тут убили здесь. Меня убили. Вас двоих убили? Не, меня одну. Мы с Женей ставим у дырки в заборе. Где наш третий? Кто еще живой, ребята? Так, лепеха подбегает к дырке еще, вот, зиги. Вон, хожу. Пойдем. Он убежал туда, в сторону синего забора. Понял. Сейчас дефик мой валом с алтым снял и убежал. Ты вдоль стены умер? Я прям забил. Прям за танком? Нет, нет, за грани, за грани. Вот он лежит с валом, с алтыном, он здесь, вот. О, я его F1. Хорош. Ты врага гранаты убил? А кто в кустах сидит? Кто в кустах сидит, повторяю? Я лежу около круга. А, все, все. Ёперный театр. Да он здесь еще. Со стороны синего забора. Я же убил, вы же говорите, гранаты кто-то завалил. Ну я врага убил. Ник. Фартмастер. Да-да-да, его. У него коват должен быть. 5.45 ДТ. Ну все. Ты меня-то убил, блядь. Брат. Пиздец. Кто-то зажал по мне. Я минус на. У нас впереди вот есть. Вот левый гараж. Вот за ним, может быть, где остановка. Угу. Бля, мне еще, наверное, ботинок какой-нибудь сейчас убил, блядь. Нет, меня фартмастер какой-то убил. Ваш ЧВК там, ребят. Все, я убил его. Так, я нашего раскидываю. Да, мы двоим остались, да? Что твое, что не твое? Вал твой? Вал, да, ну, вал, блядь, броня и алтын моё. Так, конечно. К нам еще идут. Откуда? Со стороны стройки. Ну давай встречать пока. А сейчас надо раскидать сначала по бырам. А ты слышишь их или ты думаешь? Я слышу выстрелы.
Короче, я возле дырки там. Тоже валяюсь. Да, да, тебя видим. Так, сейчас первого у нас раскидаю. У меня там 7 штук. С барабаном? С барабаном? Нет, нет, у меня без барабана. Рюкзак тоже твой, да? Да не, не, сейчас сделаем. Ой, ёпта, не то скинул. Тём, не двигаешься, да? Я двигаюсь. Сейчас свой рюкзак заберу, подойду. Это ты же ходил, да, Тём? Я хожу. Ага, ага. Блин, чё за звуки? Под рекламу еще чел. Аккуратнее, меня сняли тоже. Охуеть у вас там. Под рекламой? Нет, заходи, братан. Сейчас я обойду его тогда. Да он сейчас вот это же. Так же, блядь, выбежал, я бы его снял давно, что-то задупил, блядь, думал, ой, надо. Он, блядь, только начал стрелять, и я тогда... Кинь вот в угол туда, под аренду. Вон туда, если есть что? Да есть, конечно. Ты с какой стороны был, с моей или с его? Ну, с моей стороны? Твой стрим смотрю с другой стороны забора. Прямо дырки под рекламой. А как он тебя пропас? Он сидел в кусте, что ли? Ну, он слышит тут кусты какие. Он из-под рекламы вынул. А вот он. Здание. Как? Ник. Кто тебя убил? Цердекс. Есть. Ой, ё-моё. Так, давай сначала тебя. Где ты? Вот здесь вот мы пойдем. Чё, ещё на таможку пойдем? Кто твоя? Здесь АКМ, а это вот наша. Блин, горы лута. Какой? АКМ твой, да? А вот это? Это четвёртый чей? Остальное все АК-74, это решал там. Так, короче, вот так сделаю. Дело вот пал. А чей Алтын? Алтын нашего. Нет, ты ж меня раскидывал уже.
Да? Я тебя взял шлем, хотел раскидать, но началась заваруха, я побежал смотреть, и меня бахнули. Понятно. Так, все. Просто тебя беру. Куда вот ныкать все это? А это кто? Охренеть, смотри. Ну? ВДС твой, да? Ага. Остальное не твое. Да это... А рюкзак чей? Да, мой, да, тоже. Да все, скинь, побежай. Пушку заберу, гранаты заберу. Моё! Я 23. Тебе может дать какой-нибудь ствол на ДПшке? Семерку. Че? Хочешь? С барабаном. Семерку. Да давай, мне топчик, топчик вообще. То она лежит самому лень с них. А кто он там проходит, у мертвый? Еще один челобот, да? Блин, магазин где-то просрал. Думаю, ты переживешь. Всего два осталось. Так, то есть мне не надо брать с собой. Ты только, ну, лежи в магазин. Ты барабан не будешь. 7.62 на 30, ну, это АКМ, да? Здравствуйте. О, вы.
Ёлы-палы. Все вроде дорогое. А ВСРФ работал-то? Да, ВСРФ работает. Ах ты ж, ёжик, даже дуктеги некуда складывать. Развязки надо в топ-тренд зайти. И выжить, выйти. Блин, короче, я даже больше взять ничего не могу. Извините, парни. Кого смог, кого того спас, вроде всех раскидал. Вообще на том, спасибо, да. Чутка не дошли до выхода. Старую, вот всю старую, как бы, таможку я все знаю, блядь, на зубов. А вот, блядь, что-то с новой. Это моя любимая карта, я на таможке столько-столько принимал. А вот кто первый сказал, что чел, какой-то чел под рекламу был? Тот первый. Не, там видишь, в чем проблема была? Там их было двое. Ты одного я снял? Слышу. Ты сказал, я что... Слышу. Еще когда шел со Салтыном. Но с Салтыном я же шел, там плохо слышно. Я примерно слышу, у меня на максимум все сделано, выкручены звуки. Вот, я услышал, что примерно. Потом у Хуяка услышал, что бот еще, он не за кольцами был, а бот еще где-то там за гаражами был, да. Я так думаю, ну ладно, чисто, короче, бегу вперед. И это тело на меня выходит. Я что-то реально очень похож на нашего был, я такой тупанул, что-то, блядь, он начал зажал по мне, я по нему, но, блядь, я не успел его добрать. А, Тёма, видишь, как произошло? Я слышал этого чувака, не тебя. Когда, помнишь, я переспрашивал, что ты ходишь по гравию? Он со стороны гравия, с другой стороны шел, я слышал его, не тебя.